Всемирная организация здравоохранения ВОЗ отобрала 8 вариантов лечения и 2 вакцины против лихорадки Эбола для дальнейших клинических испытаний и, возможно, уже и использования. Об этом стало известно по итогам начавшейся в четверг встречи в Женеве более 200 экспертов. При том, что уже есть данные об успешных испытаниях, к примеру, вакцины ZMAP, она остается экспериментальным препаратом. Но крупнейшая в истории эпидемия острой вирусной инфекции заставляет идти на риск. Клинические испытания, если вы знаете, занимают какое-то время, говорит директор компании NewLink Genetics Чарльз Линк. Я убежден, что каждый старается изо всех сил, неистово, чтобы продвинуть вперед, насколько возможно, все испытания вместе с соблюдением процессуальных, научных и даже этических норм. Ведь многие эти вакцины впервые подошли к стадии экспериментов на людях. Промедление недопустимо, говорят эксперты. Уже почти 2000 человек стали жертвами лихорадки Эбола в странах Западной Африки. 3000 инфицированы. Темпы распространения вируса говорят о настоящей эпидемии.